Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это проект Joomla Sensei, 54 урок. В этом уроке я хочу вам показать праздничный модуль, который позволит вам сделать падение всевозможных элементов либо сверху, либо возвышение снизу. Это может быть снежинки. Сейчас вы видите, у меня падают элементы с Хэллоуина, причем можно даже загружать GIF графику, то есть анимация. Сейчас как раз таки в этом примере видно, что у нас не просто падают вот эти вот бабульки, они у нас еще и двигаются, потому что они имеют свою анимацию. То есть мы можем, помимо того, что нам предлагает модуль, загрузить свое уникальное какое-то изображение, которое будет вот так вот падать вниз. Можно менять направление колебания там, где будут падать элементы, то есть внутри каркаса шаблона, либо на всем сайте, как сейчас. Давайте перейдем на наш рабочий сайт и установим данный модуль. Данный модуль вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Как обычно, устанавливаем данный модуль. Модуль у нас успешно установился, переходим в расширение менеджер модулей. Находим его, вот его название. Заходим внутрь. Заголовок мы скрываем. Состояние опубликовано. Позицию выбирайте свою на сайте. Прокручиваем ниже и смотрим настройки. Первый параметр jQuery оставляем как есть. Включить JavaScript, да, оставляем. И вот дальше у нас идет images. То есть, если мы кликнем по списку, у нас здесь будет целый список картинок, которые мы можем отобразить на сайте. Давайте пока сохранимся как есть. То есть, ничего не меняя. Да, и не забываем сделать привязка к пункту меню. Я сделаю на всех страницах. Обновляем сайт, и видно, что у нас падают снежинки. Так, давайте дальше. Я буду выбирать разные элементы, чтобы вам продемонстрировать, да, и настраивать потихоньку данный модуль. Ниже поля здесь мы сейчас загрузим свое уникальное изображение. Пока оставим пустым. Следующий вот этот параметр – это элементов. Сколько падает элементов на странице. Посмотрите, у нас по умолчанию 15, если делаем 150, например, сохраняемся, обновляем сайт, то у нас их очень-очень много. Я выбрал шарики, и у нас их очень много, да? Не увлекайтесь этим параметром, потому что сайт может долго грузиться. Оставим 15. Я не зря назвал урок праздничный модуль, потому что вы видите, да, что здесь можно под любой праздник задать элементы. Под Хэллоуин, под День всех влюбленных и так далее. Под Новый год. Так, я возьму еще какой-нибудь элемент. Дальше, смотрите, вертикальная скорость. Вот здесь за ползунок вы можете управлять скоростью, увеличивая или уменьшая ее. Вертикал, направление. Сейчас по умолчанию у нас элементы падают сверху. Вот этот параметр поднимаются снизу. Выбираем его, сохранить. И давайте посмотрим. Вот у нас теперь летучие мыши я выбрал, и они поднимаются снизу. Дальше идет параметр горизонтальной скорости. Также можно управлять ползунком. Следующее у нас горизонтальное направление. Слева направо и справа налево можно выбрать. Следующий параметр, вот этот, это колебания. Можно также тонко настроить. Следующий параметр, частота обновления. Следующий вот этот параметр. Window, то есть на всем сайте сейчас у нас элементы появляются. Мы можем выбрать модуль или позиция. Если выбираем позиция, давайте сохранимся и посмотрим. Если выбрана позиция, то наши элементы появляются только вот внутри каркаса сайта, не выходя за пределы. Это видно. Дальше выбираю еще какое-нибудь изображение. И позиция модуль. Но если мы сдаем модуль, то ниже нужно назначить ширину и высоту области, там, где будут появляться наши летающие объекты. Например, зададим 300 на 300 пикселей. Сохраняемся, обновляемся. И видно, что у нас в небольшой области теперь появляются объекты. Да? То есть мы можем задать любой размер данной области. Но мне больше всего нравится на всем сайте, поэтому оставляем Window. Вы поэкспериментируйте, посмотрите, какие здесь есть еще элементы. И давайте попробуем загрузить свое уникальное изображение. Кликаем на кнопку «Выбрать» и с компьютера загружаем
какое-нибудь изображение. Я нахожу его здесь, вставить и сохранить. Обновляем сайт. И я поместил свой логотип, и вы видите, да, у нас все работает. Вы можете загрузить свое уникальное изображение. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном – это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email-адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.